Лукасик, мы с тобой прочитали 7-е письмо из государства Лад. Вот кто его тебе написал сегодня? Курьер королевы Тоники. Это какая 7-я ступень Лада? 7-я. 7-я. Покажи на клавиатуре все клавиши курьера. Это какая-то, да. Замечательно, хорошо. Ну вот, в нашем государстве, вот на картинке, нарисованы принцесса Супадоминанта и курьер. И они держат цветочки в руках. Курьер держит какой цветок? Синенький. А принцесса? Красненький. Почему? Объясни, пожалуйста. Потому что девочки все красненькие, которые стоят на линейках, красненькие. Так. А мальчики, которые стоят между линейках, синенькие. Синие. И вот покажи, как ты разукрасил нотки. Покажи нам листочек. Я разукрасил. Да. То есть красные нотки пишутся между линейками или на линейках? Так. Не слышу. Да. А нотки мальчики? На между линейками. Между линейками. Хорошо. И вот они красные и синие. Угу. Положи листочек. Спасибо. И вот там в нашем письме рассказано, что принцесса и курьер летали на чем? На дельтаплане. Угу. И упали в лужу. В лужу. И получился интервал тритон. Сыграй, пожалуйста. Да, вот такой тритон. Но фрейлина и королева разрядили обстановку, помогли. Вот такой красивый интервал. Еще тритон можно сыграть по-другому, да? Сыграй. Вот. И фрейлина и королева приходят на помощь. Замечательно. Спасибо.